правило. Сейчас Димон будем бить. Не летят. Подожди, подожди, не стреляй. Не стреляй. Вот сейчас будем бить. Давай. Все, надо продавать ружье. Выкинуть его, блин, или что? Надо выкидывать, продавать ружье. Я в шоке. Это. Блин, ну это вообще нормально было. Знаете, вообще налетели, блин, просто. Всем привет! Мы сегодня охотимся с чучелами и очень-очень-очень-очень много мажем. Почти все мимо. Почти все мимо. Ну, такая охота тоже нужна. Утки налетают. Ну, много спешим, торопимся, рано стреляем. Но горячий, бляха-муха, только приехали на охоту, хочется сразу пострелять побольше. Находит на чучела, ровно Сергей на 12. Димон взял первую дичь. Сороконоска. Колем. Да? Колем. Спасибо. О, летит, видишь? Да ну нахер. Да ну нахер. Камыши. Она лежит. Затишнее. Ты должен найти. Ну это что, вьетнамский самолет? Как истребители, да. Я первый выстрел тоже сделал как-то вообще. Вот такой налет. Вот такие стрелки, да. Ты про эту высокую? Смотри, спускается. Находит. Сейчас будем бить. Давай. Есть. Возьми лодку, Димон. Плыви. Дай мне патрон. На. Далеко уже. Как она так поплыла? Я, короче, доплыл до нее. Ну, метров 15, да? Ну, она постоянно ныряла, всплывала. Я доплыл до нее, вот. Прицелился, не успел выстрелить. Она нырнула, думаю, ну сейчас всплывет. И, короче, я ждал, пока она всплывет, ждал.
Там еще ветер такой, знаешь, сносит. Хрен его знает, она так и не всплыла. Подожди, 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 подожди. Блин. Надо было им еще дать. Ты видишь, уже нет, далеко. Улетает. О, он заходит на чучела. Видишь, прямо. Вот. С полем? С полем. Димона. Пускай плавает, как чучело, Димон. Северная какая-то, да? Ну, с полем, Димон! Спасибо. Блин, да как так, Димон? Бьем, бьем, бьем! Да ты не терплячий. Давай, я буду гореть, когда будем бить. Но эти тут могли сесть вообще спокойно. Конечно, тут столько их было. Видишь, о, летит, летит одна, сядь. Видишь? Зови, зови. Подзови. Ой, хорош, Димон. Вот так надо, Димон, понял. Стрелять. Да-да. Все, иди забирай свою дичь. Селега. Молодой сележицкий. Молоденький, да? Да. Вот чайка трофейная налетает. Это я только о кофе подумал. О, о, дверь есть. Увидела тебя, Димон. А может, и не увидела. Вон еще заходит. Ага. Сележен. Понял. Поля. Как только идешь забирать уток, только летает туда в хоте. Кто знает, где-то вынырнется. Вот! Крона нет у меня. Ах, подрано. Попал, ты смотри, 2 метра. Хер. Попал. Сейчас будет утка без головы. Мастер забора! Я понял! Спасибо. Красавчик! Полем! Широконоска, да? Что? Промазал, мастер добора. Включился. Ну, я думал, чтоб не разбить, знаешь. Он утки 150 метров. Себе присаду сделали, и все, что утка летит, сразу к ним подсаживается. О,
прошлый раз как-то, понимаешь, и хоть и сидели, но они дальше сидели. Тут, которые пролетали, нет-нет, да и заходили. Блин, далековато. Далековато. По крайней мере. Ходят две. Да, вижу. Я по правой. Ага. Молодец. Полем, да. О, буду сейчас бить. Блин. Ага. Блин, подранок какой-то. Блин. О. Аж кровью. Это три. Ну, а лодка. Твой подранок. Давай. Смотри за ним, идет там, блин, лыка. Сейчас сяду. Нет? Мимо. Димон, а ты что не стрелял? Да у меня, блин, ружье зацепилось за сапог. Сейчас налетит сзади. Да собака, блин. Собака мэл, точка. Может, сяду. Чистейший, блин. О. Как-то, блин. Не... Ага. Смотри, сколько перьев. Где перья? Выбил? Ну во! А, ты сбил перья? Ну! А я на этих высоко, которые летели, смотрел. Я тоже. Класс. Ну. Димон сегодня по селезням. Мастер селезень. А я смотрел на этих, которые в упор летели высоко. Думаю, что ты по ним стреляешь? Не стреляй. О, красавчик. Вот там. Может. Блин, подожди. Да. Надо плыть, блин. Пойдет, ну? Не упало. Я так понимаю, когда плаваешь на лодке, их самое больше летает. А когда стоишь, в два раза меньше. О, заходят, смотри, два черка. А? Есть.
черки налетают, сейчас будем бить. Видишь, снизу? Ага. Нет, нет, не будем. Подожди, или будем? Будем. Одного выбрали. Того попробовал. Вроде находят, да? Спасибо. Сразу за лодкой пойду. Ну, крупная. Ну все тогда, давайте собираться, чё. Закончились патроны у Димона. Вот сколько гильз насобирала Оля. Полный пакет. Полный пакет гильз. Ну чё, чучела опять вроде сработали. Ты подошла к концу наша охота. Не дали мне патроны расстрелять все. 4 у меня только осталось. Вот наша обработка трофеев. Оля, покажи. Покажи, как мы стреляем. Если попадаем, то попадаем. Если попадаем, то попадаем, да. Но в основном не попадаем. Но в основном мимо. Ну, плохо стреляли. Давали дичи шанс. Далеко как бы стреляли. Чучела вроде отработали нормально, но утка уже шуганная. Чучела от производителя. Чучела уток РФ. Ссылка в описании. Настреляли много разных. Серая утка, гоголь, черок трескунок. Гоголь? Да, черок трескунок. Сколько, наверное, 4 селезня кряковых, одна утка кряковая. Ну, разные, разные уточки. Уже нельзя. Селезни красавцы, о какой. Димон сегодня по селезням специализировался. Я чисто селезней бил. Да. Как бы настрелялись, во. Ну все, вот такая вот охота. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. Я, короче, буду снимать, как вы скубете, а вы скубите. Самое ответственное задание взял на себя. Да, я самое сложное. Оператор. Оператор, скубальщик.